Всем привет! Сегодня я вам буду показывать, как снимать покрытие с помощью жидкости для снятия гель-лака. В линейке Neo Nail есть готовая фольга с ватным спонжем. У модели я заранее сняла старое покрытие и оставила безымянный ноготь. Там у нас есть маленькая отслойка. Первое, что мы делаем, спиливаем верхний слой покрытия, чтобы потом было легче растворить гель-лак. Убираем излишки пыли с помощью щетки. Затем берем фольгу и пропитываем спонж ремувером. Аккуратно заворачиваем ногти, плотно фиксируя фольгу. Время выдержки 10 минут. После окончания времени снимаем фольгу. С помощью апельсиновой палочки убираем остатки гель-лака. После снятия приступаем к шлифовке ногтевой пластины бафом. Придаем свободному краю желаемую форму. С помощью клинера обезжириваем ногти. Можно приступать к маникюру.